России сложно найти человека, который бы не знал музыку Рахманинова. Мы все с ней русские, связаны генетической памятью. В этом году весь мир отмечает 150 лет со дня рождения русского гения. В России эти мероприятия проходят особенно масштабно. Владивосток присоединился к музыкальному марафону, и наша программа тоже. Мы пообщались с известными музыкантами, узнали, что сегодня для них значит имя Рахманинова и его музыка. Рахманинов, сам выдающийся пианист, оставил после себя богатое фортепианное наследие. Особое место в нем занимает второй фортепианный концерт. Он уже стал брендом для пианистов. Здесь, во Владивостоке, в дни рахманиновского юбилея, это сочинение звучало в исполнении оркестра Приморской сцены Мариинского театра и блестящего пианиста из Санкт-Петербурга Евгения Изотова. Это вообще первый концерт рахманиновский, который я начал играть. Еще я учился тогда, был учеником средней специальной музыкальной школы в Петербурге. Вот, и, конечно, сразу же влюбился в эту музыку. Безусловно, это огромная ответственность, потому что очень известные сочинения, все его знают. И совершенно есть недосягаемые интерпретации, да, как и старых мастеров, так и сегодняшних исполнителей. И с другой стороны, конечно, хочется как-то сыграть эту музыку, чтобы это было, прозвучало как-то свежо, естественно, отдавая дань каким-то сложившимся уже исполнительским традициям и, безусловно, авторскому тексту. Вот. Так что вот мне кажется, что в одно время и это и ответственность, и в то же время возможность как-то высказаться. Для каждого пианиста Рахманинов это, я бы даже сказал, святое, да, то есть если Бах, скажем, да, это Бог, да, то Рахманинов для нас это, конечно, тоже абсолютное божество для пианистов. И, конечно, всегда музыку Рахманинова хочется играть и больше, и чаще, потому что это настоящая, вот, так сказать, квинтэссенция русской музыки, русской души. И невероятные совершенно эмоции. Через весь концерт ты идешь как бы от какой-то тьмы к свету, естественно. Да? Ну, наверняка все знают, да, что это первое сочинение, написанное Рахманиновым после затяжной депрессии. И, конечно, в этой музыке уже чувствуется огромная зрелость, мастерство. И она окрыляет просто эмоциями, да, и в то же время не только это какие-то такие человеческие эмоции, еще есть более, конечно, глобальные вещи, вот эта колокольность, да, которая через все его творчество проходит. И вот, так сказать, как я уже упомянул, для меня это, ну, вот квинтэссенция русской души. Действительно, наверное, для вот такого просвещенного слушателя вы правы. Фортепианная музыка, наверное, первична, симфоническая, сразу же встает следующим блоком. А вот для музыкантов, связанных с вокалом, для вокалистов, для хоровиков, в первую очередь, его вокальная музыка, наверное, играет вот такую существенную роль, потому что вокалисты всегда скажут о том, что без романсов Рахманинова трудно представить себе вообще вот вокальное искусство наше российское. А я скажу, как и не только как хоровик, а просто как музыкант, который всю жизнь занят изучением и отечественной, и зарубежной музыки, хоровой, и их влияние друг на друга. Могу сказать, что без Рахманинова не было бы того 20 века, не только в нашей стране, но и за рубежом, который мы с вами знаем. Александр Рыжинский, профессор, ректор Академии имени Гнесиных, выдающийся дирижер и руководитель ансамбля современной музыки «Альтракоро», что в переводе с латыни значит «другой хор». Этот блестящий коллектив славится уникальными трактовками современной музыки. «Альтракоро» хорошо знают в Европе. Сюда «другой хор» прибыл, чтобы исполнить духовную музыку Рахманинова. И этот визит стал настоящим подарком для ценителей хоровой музыки, и не только. Слава Отцу и Сыну!
Его музыка, она написана для выдающегося хора того времени, для синодального хора. Понятно, что эта музыка предъявляет самые высокие требования к исполнителям. И, конечно, это и накладывает определенную ответственность на того исполнителя, который берет ее для исполнения. И могу сказать, что поскольку мы ансамбль, то мы очень бережно исполняем номера из всеночного бдения, из литургии, которые ансамблем можно исполнить. Почему? Потому что эта музыка, конечно, написана для большого хора. Очень трудно вообще о музыке говорить словами, потому что это не только эмоции, это, значит, такое, это интеллектуальное удовольствие. На самом деле, удовольствие от того, как эта музыка звучит. Вот самое главное, что в этой музыке, вот сколько бы ты ее ни исполнял, ты всегда находишь новые черты, новые краски. И это удивительное свойство его фактуры, потому что его хоровая фактура, она, если можно так говорить, бездонная. То есть нет вот этого явно, знаете, мелодического голоса одного на всех, отдельных фоновых голосов для всех вот партитур. Постоянно меняется ситуация, она симфонична. Вот, симфонично не в том смысле, что он пытается подражать голосами инструментов симфонического оркестра. Она драматургически выстроена так, что функции голосов внутри постоянно меняются. И это, конечно, признак большого гения. Без романсов Рахманинова невозможно представить русскую вокальную музыку 20-го столетия. Искренне влюбленный в рахманиновские романсы, написанные для голоса и фортепиано, дирижер Приморского сценомариинского театра Павел Смелков сделал переложение для оркестра. К юбилею собралась роскошная коллекция 25 миниатюр. Их исполнение для солистов Приморского сценомариинского театра стало поводом сказать о том, сколько глубины, красоты, изысканности в этой музыке и что значит для них ее петь. Ночь печальна – это мое тайное желание, тайная страсть еще с периода консерватории. Я очень хотел спеть этот романс, но мне почему-то его никогда не давали. И, естественно, он был написан для фортепиано, и тем более интересно его будет спеть под оркестр. Более того, история интересна тем, что Павел Александрович, когда я сказал, что давайте споем этот романс, первое, что он сказал, этот романс нельзя оркестровать. И через сутки уже из самолета он мне пишет, говорит: Алексей, я приземлился в Петербурге, в самолете оркестровку придумал. Поэтому это будет мировая премьера. Первый раз этот романс будет под оркестр сделан. Отвечая на вопрос, зачем это нужно делать, ну, во-первых, я очень люблю эту музыку. И поскольку я совсем не пианист, играющий концерты, а дирижер, то общаться с этой музыкой мне, конечно же, ближе и проще за пультом. И, безусловно, та красочность, которая у Рахманинова заложена в фортепианную партию, она зачастую может быть раскрыта еще с большей силой и полнотой в оркестре. Просто сказать «исполнять», наверное, будет мало, потому что для любого человека, который услышит эту музыку, она
будет каким-то, наверное, своим открытием, потому что она затрагивает частичкой души любого человека, даже не посвященного в музыку, что уж говорить о ценителях. Поэтому, безусловно, когда я исполняю эту музыку, для меня это, наверное, открытие всей моей глубины души. Она отзывается во мне, я с удовольствием ее пою, и хотелось бы чаще. Когда шампанское я пил, различных вкусов, свойств и видов, различных возрастов и сил. Это одновременно сложная для исполнения и легкая для восприятия музыка. Это вдохновляющая музыка. Второй концерт фортепиано Рахманинова, да, это очень осмысленная музыка, да, то есть мы, не трудясь абсолютно, слушатель в зале, может себе представить легко то, о чем хотел сказать композитор, и каждый представит себе свое. Шампанское любя. Каждый романс какая-то маленькая история о том, что мы видим, повествуем природу, музу. И я считаю, что Рахманинов – это тот композитор, чью боль и русскую душу слышно с первых нот. И его опусы, которые он писал уже за границей, там ощущалась эта тоска о России, и мне кажется, что это как такой некий код в наших сердцах у всех, его музыка. Каждый романс, он просто необыкновенен, ярок, и голоса оперной труппы, и их подчеркивают просто, как не знаю, Павел Саныч просто подобрал программу так, что каждый артист показывает свою красоту голоса и краску тембра. Вот всем романсы подходят. Вот удивительно, но это очень здорово. День рождения Сергея Васильевича Рахманинова мы встречали в самом начале апреля, но юбилейный год продолжается, а значит, будет еще множество поводов послушать его музыку и почувствовать, какие струны она задевает в вашей душе.